такого запечь? Запекали уже. Что скажешь? Что сказал? Съели почти. Ешьте меня, я вкусный. Вы так по прямой садитесь, сюда не заходите, чтобы вам можно было выйти. Пожалуйста. Здрасте, просим. Мы же постились, так что у нас потоньше стали. Немножко. Лимон. Персик. Валидол. Она не знает даже таких названий. Какие были. Ты как маленькая. Ты хоть поговори с человеком, ты узнай ее жизнь. Валидол. Еще у Игнатьевны сейчас спроси, карвалол принимает он или нет. Карвалол принимает? Ничего себе, я уважал. А. Приглашай там. Да хвалим, братья. Сколько вы там принимали? Принимали. Веточка, вот она, много. Проходите. Карвалол уже Андреевич, до федерального какого? Мы я здесь пешком постою. Где ваша эта страна? Как она? Утешитель души истины, и жизнь весы, и все исполняет сокровища благих, и жизни подателю принесены, и очищены от всяких скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови нас, будь милостив нам грешным. Тебе слава, благодарение, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, присно веки веков. Аминь. Аминь. А Лена что, заболела сегодня у нас? Следующее 8 числа в 9 часов. Да что у твоей молитвы хранил? С вами. А без вас мы 6-го собираемся и 7-го. Ну, как вы определитесь, так и делать. Я вам даю субботу, выбирайте, когда вам. Но ночью на Рождество не, мы не собираемся. Нет. Надо быть днем, потому что здесь вам это трудно будет. Себастьян сказал, как обычно, в 6-го в 4 часа мы здесь собираемся, 7-го, как обычно, в 8 утра. Все правильно. Так. А потом в 9 утра, 8-го. 4 часа. Вечером. 8-го, значит, ночью вечернее. А после 8-го там будет, значит, у нас 19-го крещения. Значит, я приезжаю 18-го утром. Вечером мы здесь службу проведем и освящение воды. Я уезжаю, и дома утром буду тогда там уже службу освящать. Какого на крещение, на крещение. Прям 19-го? 18-го я приеду, 18-го вечером будет. Угу. Там распоезд идет этот хороший, конечно, мой, который утром идет. 18-го. Это надо будет какой день. Четверг. Ну, что еще? Так, я в прошлый раз не сказал. Мы собирали с помощью Ставания по горельцам батюшке отцу Михаилу, это царь, который переслали ему, он благодарит. Вот мы два раза 200, ему послали ему 200 рублей. Вот. Дом уже купили, дом, говорит, там еще, значит, было, купили дом, и уже он уселился в новый дом, который нашли подходящий, чтобы для семьи, у него четверо детей. Слава Богу. Все, значит, разрешилось. Имейте это. Слава Богу. Вот. Аллилуйя. Он очень благодарил. Говорит, напишите благодетеля. Я говорю, до нас тут всех по именам не напишешь. Просто за нашу общину. Ну, спасибо, это просто отец Сатим, и же с ним. И же с ним. Братья. Да. Жертвователи. Ко мне какие вопросы есть? Братья. Задавайте, пока я здесь. Батюшка, 18. А то так, только я уеду и начинаю. А вот батюшка там это что-то, это не так. Пока я здесь. Без меня не надо. Мне вопросы задают. Сейчас, пока я здесь. Что? Уточните, 18-го вы приезжаете, мы вечером воду освещаем или 19-го утром? Нет. 19-го утром я буду уже дома.
То есть вечером, в 4 часа или позже? Нет, в 4 часа. Просто рабочий день будет. А 6-го вот сочельник, как себя вести, батюшка? Насчет поесть. Ну да, как себя вести 6 числа человеку верующему насчет поесть? Это, смотрите, в уставе есть календарь, там что написано, что. А там и дается такое, что этого нет, но по древнему православному обычаю в этот день, говорит, не вкушают до первой звезды. Смотреть надо звезду. А то говорят, что звезды можно увидеть, если в глубокий колодец залезть, летом даже, и можно на весь звезды. Что хочешь пораньше поесть, лезь в колодец какой-нибудь, посмотри. И там ешь. Да, лучше после обеда увидеть. А маслица-то можно? Нет. Если ничего есть нельзя, масло можно? Строгий пост. Что ты? А, ничего есть нельзя. Ничего нельзя. Это обычно, масло можно? Не надо. Рыбу сегодня, последний день можно сегодня рыбу поесть. Ну, не согласен. Вот. Вот где вы такое, ловите такое? Вот так, я скажу, так и не выходи. Так, я еще раз спрашиваю, ко мне какие вопросы есть? Нет никаких. Доброго здравия, Володя, ты где эту газету брал? Че? Газету где брал? Где, на кухне у себя? Просто так, вот заметьте, никогда этого не было. Ловить большую рыбу. Я открываю, вот она, считай. Следователи ловят большую рыбу. Это совсем... Следователи. А рыба ловит, это преступников. Аллегория, аллегория. Ну, поясняй, что это. Рыба, рыба же все равно. Ну, написано. Написано, да, да, написано. Вот она рыба здесь. А большая рыба-то скопа, в кавычках. Так, кому рыба такая нужна, не уходите. У нас вот в первом холодильнике лежат. Володя бы подаст вам. Это приезжал-то Дмитрий... Смирнов. И здесь вот на грани такие. Башка, возьми с собой. Солонежного, помолитесь. Я не знаю, как ее повезут. Да, она жила легкая такая. Ну, парочку возьми, обычно. Ну, ладно, потом, подожди, сейчас. Володя, подай мне шоу. Легко доедет. Так. Она морожена. Еще что? Так, кому нужна рыба, я не закончил. Надо, кому поднимите руку. Чтобы все разложили. Да, пустите. Надежда Васильевна, ну ты-то что поднимаешь? Перестань жевать, хоть при людях-то тут. И так уже падают. Подают. Так, рыба кому нужна? Вот это. Вот все, никому не нужна. За деньги. Помолитесь просто людям. Зимой ловить рыбу очень даже непросто. Лунки ловят. Так, спрашивали нас про дорогу сегодня. Я скажу, дороги есть только по асфальту. И то сообщали МЧС, что закрывает, даже дороги закрывает. Допустим, сегодня такой снег, и, допустим, на Рубцов дорога закрыта. Машины не пропускают. А Севастьян где? Севастьян, он вчера сказал. По делам он. По делам там это. Не мог он. Ну, вот. Ясно, перед Новым годом. Последний день рабочий. Он вчера предупредил, сказал, что я, говорит, не смогу быть. Вот. Ну, поэтому Богу. К нам дороги сейчас только на снегоходе, если. Вот, только все. Меня Игорь провожал сюда на машине, так мы еле-еле проехали. Я думал, все. Нет, раз застряли, два, три, так он там про это, потом назад, потом с разгоду, раз, как это пробивались там. Местами перемело, а сегодня такая была, сегодня вообще перемело все. Да, сегодня заметен. Но он говорит, установится, как я говорю, клином на большом тракторе, на Кировце, клином проделаю, говорит, до трассы дорогу там надо вывозить. Вот тогда можете приезжать. Когда будет дорога. А хорошо, как приедем. На снегоходе встретимся. На снегоходе, конечно. На снегоходе. Ветерком гусеницы поставим. Да, да, там недолго, там 5 минут пытки дома. Гусеницы поставим, как у Владимира Ильича. Ну вот так. На машине. Еще мешочек один. Ну, особых у меня никаких нет. Ниоткуда сообщений. Все, кто звонили мне, все у всех все так. Как отец Иоанн там поправился? Да, ну поправился, он ходит, ничего. Все. Есть воины, пока наши все благополучие, не раненые, не это. Да. Вот. Но положение очень такое сейчас серьезное там на фронте. Да, напряженное. Напряженное и с погодой очень трудно, там кто не говорит это. Нет. Погода. Трудно, да. Вот. Но все так кто говорят, вот эти политологи там даже зарубежные. Долго, говорит, не будет. В этом году, говорит, закончится это все. Потому что там уже и те страны, которые помогали, видят, что конца этому не будет. Все, которые были запасы там снарядов,
запасли, уже израсходовали. Сейчас стучишься, и мы самим стрелять будет нечем. Как бы так. Вот. Но у нас, как если поверить, сообщают, что все нормально с этим. Сейчас вначале было трудно, а сейчас, говорят, все в достатке всего. Вот. Ну, это говорят, сами там и выступают, которые. Это Машечка. Ты была там? Или кто? Говорят, просто обманывают все время. Там... Ты как сказала, обманывают? Ты сказала, обманывают. Кто тебе? Тебе сын твой был там, вернулся и рассказал. Понимаешь, нельзя, не надо так говорить. Обманывают. Не, ну вы сказали. Я говорю, я даже с теми, которые лично с теми встречался, которые там были, а там. Говорят, да, серьезно, говорят, война не то, что когда была та война. Сейчас по-другому идет война. Он летит там большая-небольшая такой с корзинку всего она. А несет взрыв такой, что там упал и там разрывает все. Несет снаряд. Несколько килограмм. Снаряд везут. Снаряд настоящий. Видите, говорит, камикадзе есть. Она идет, он где-то на пене, он уже сам камикадзе, когда сам уже он погибает. Это было в Японии. Когда с Японией была война, говорит, это было страшное камикадзе эти. У них было там на воде, допустим, на корабле, он знает, что он до этого уже воспитанный. Он на нем, на этой, на бомбе он плывет и под корабль, взрывает корабль и сам. Вот эти такие камикадзе там, это так. Не надо так говорить, это же вот, понимаешь, что да, там вот все не так, нет. Может быть и не так, но мы не знаем точно так. Говорим то, что есть, и то, что люди, которые там были, ну, говорят, да, так. Никто не говорит, что там легко, там отдыхают наши. Не отдыхают. Тяжело. Погибают с той и с другой стороны. Но больше-то, говорят, все равно это все. Они говорят, больше-то с той стороны погибают. Вот, это все-таки поменьше знаю. Но тоже много погибает. Потому что это идет война. Вот так. И война это не просто как бы придумано. Сейчас я вам найду, прочитаю. Вчера нашел, там в журнале было. Об этом говорит Василий Великий, Иоанн Златоуст. О войнах как. Так, я сейчас найду, пока говорите, что там. Наболящих. Я сейчас прочитаю там два. Наболящих, вспомним. Ваши как? О наших. Настю выписали из стационара, но она еще пребывала в изоляции. У них там есть такая возможность. Они в квартире свекрови, она была неделю в изоляции. Потому что перед выпиской вся палата заболела ОРВИ. Вот. Ну, сейчас они уже вместе, в своей квартире, а у жены, ну, ее прооперировали в среду, а в пятницу уже выписали. Ну, это вообще такое, где мама. Болеет. К Новому году торопится, да, вся квота. Да, да. Вот. Ну, пока еще трудно. Трудно, потому что... Ну, ходит? Да, да, ну, ходит, она на костылях ходит, да, тошнота, вплоть до... Боли. Да, очень сильный болевой синдром. Занятия с вами. Нога отекла, она, конечно, там травма там. Причем ничего, никаких перевязок, ничего. Тут как сделали, зашили, и все, на две недели вперед. Так что молитесь еще, чтобы Господь помог преодолеть эти болевые ощущения и все остальное. Чтобы без осложнений прошло. Чтобы прижился этот имплант. Значит, ну, постоянно молитесь о рабе Николае, чтобы дал Господь ему силы перевести это испытание. Я сказал, они вчера ездили, причастили Николая и Надежду. И Надежду, да. Причастили. Да, батюшка в прошлый раз был и сказал, готовьтесь, они приготовились. Да слава тебе, Господи. Он у нее спросил, ты хочешь причаститься? Она сказала, хочу. Ты меня узнаешь? Говорит, ну, пусть готовится. Как? Аллилуйя, аллилуйя. Ну, и это просто оба, радостная весть. Оба просто. Подготовились, все съездили. Слава Христу, слава Христу, аллилуйя. Раба Галина приехала из поездки и заболела, так что молитесь о ней. Болящая Елена вот нету уже. Лена сильно кашляла всю ночь, сказала, не могу. Она думала, придет сегодня, но утром помоги, написала, что надо, пускай кашляет всю ночь, говорит, кашляла, не поеду. Пусть откашляет. И дома, очень, да, сильно заболела Полина Политыкина, Полинария, молитесь о нее. Угу. Тоже очень сильно, Лена говорит. Лена, она тогда сидела, кашляла уже. А у нее еще сильнее все началось. Там. Не надо было. Православный старообрядческий календарь был на этот, на третий год. Мне батюшка давал. Вот здесь такие беседы, значит. Говоря о причинах войн, святой Иоанн Златоуст всегда указывал, что войны постоянно произрастают от корней грехов.
Касаясь же промыслительного значения войны, святитель Василий Великий говорил, что Бог в войнах насылает казни на достойных наказания. Вы святые святых. Вот и все. Почему? Почему войны? Зачем? Страшно это, мальчик. Мальчик, да нам войны не нужны. Мы сами убиваем сколько людей каждый день. Да у нас в семьях. В утробе. В семьях Украины. Я однажды осенью был, ну и на базаре. Хожу там, беру там яблоки. Ну и вот это, продавщица. Вот, батюшка, вот это что Путин делает? Вот скольких людей убивает? Я говорю, а сколько? Да. Ну вот, уже там тысячи наших погибли. Всего-то, говорю, тысячи. А официальные данные даются, что в год у нас погибает 1 200 000. В стране. Как? Да так. А там погибают и ученые, может быть, и доктора, и наук, и разные. Композиторы. Композиторы, там поэты, писатели, все кто-то. А им погибают. Как так? Ну да как, она еще не поймет. Как? Угу. Детей убивает, еще не родившийся, но он уже ребенок. Уже у него сердце есть, голова есть, руки, ноги, все есть у него. Ну это, она сразу отвернулась, давай в ящике перебирать яблоки. Неинтересно, да? Потому что ее коснулось, да. Скорее всего. Да, ее коснулось. А здесь убивает, ну, убивает, естественно, война это не просто, это не такая война, как в Первую, говорит, мировую войну. Воюет, воюет, потом когда-то затишье, идут, говорит, те солдаты немецкие к русским, там, покурить, эти к ним покурят, там, сколько, сейчас два там, и опять воюют. А сейчас так не делается. Поэтому не надо это. И чего не знаем, только одно, чего не знаем, о том не надо говорить. А то, говорится, так, у нас так грехов много, это еще осудим и что-то, кого-то в заблуждение введем в это. Вот. Не знаем то, что не знаем. Не знаю. Что-то знаем. Все, не надо говорить об этом, не знаю. Господи, сохрани. Можно я еще скажу? Да говори. Звонила Зоя Дьянова, у нее сегодня день рождения. Так, и что? Ну, просила помолиться. Ну, помолилась. Надо было заранее помолиться, я бы там помолила Зоя Дьянова. Ну, поздно я уже. Ну, звонила. Она где-то ходит, то с ней общается? Они оба болеют. И она прямо за Максима, ой, она тут была соединены все вместе, и она где просила. Я помню, а что, Максим-то ему уже, наверное, больше 20 лет? Живут они на пенсию, я так поняла. Ну, конечно. Да. Так, а он что, не работает, Максим? Нет, нет, он больной, как она говорит. Ильбин больной. Больной. Ну как больно? Я слышал, что его на наркотики чуть не посадили, за наркотики. Ну не знаю. Было там отмазали. Сказал, больной. И не в чем их даже на улицу выйти. Какая-то одна куртка кто-то дал. И вот вроде как Максиму. Доигрался. А Зоя говорит, а мне выйти даже не в чем. Вроде как это. Ну вот с капюшоном, если у кого-то есть, может быть, какая-то. Ну дай, найдите размер куртка или пальто. Ну она Зоя? Да, на Зою. Ну, я не видела ее, какая она. Ну, у меня нет такого. Где-то вчера была новость, сейчас хотела найти и прочитать. Юля, может, ты мне присылала? Да скажи так, по памяти скажу, что 27 вот, декабря был принят синод наш, принял как постановление или какое там, как это называется, да, о том, что официально считать ребенком с момента зачатия. Ну, то есть, это как бы мы понимали, ну, но теперь... Всегда я считал, да, потому что кто-то там вот с 3 месяцев, с 28 недель там, или вот, чтобы он был не меньше, как государство считает, не меньше 500 грамм, тогда это человек, и у него есть права. А если меньше, это, ну, как бы вот что-то вот, как аппендицит, да, его можно удалить. То есть, синод принял такое постановление, вот свеженькое. Книгу правил возьмите, там... Книги правил, есть об этом говорится, тогда не было таких средств, а с чем-то... Все равно находили там травы какие-то, это кто женщины употребляет, это как убийцы. Убийцы. Чтобы не было ребенок, чтобы выкидыш там был или что-то, били какую-то траву, это как убийца считалось. На сколько-то лет там отлучались от церкви. Это сейчас, говорят, да сейчас отлучи со всеми будет. Тогда по-другому было. Если она отлучена от церкви, по-другому на нее смотрели. Да, уже и люди относились по-другому к этому. А сейчас это ничего не значит. Но. А часто нет, сейчас кого-то. Ничего. Ну, это было всегда, это было, там считали тогда, еще в древние времена считали, что это уже
Ну, покушение на жизнь было, убийство. Неприкосновенность жизни человека с момента его зачатия. Да, да. Спаси Христос, дочка. Ангел-хранитель, здравия. Еще у кого есть слово? О болящих мы всех вспомнили. Да, Любовь Петровна, я скажу. Да, Бегрезия. Она, Любовь Петровна, конечно, у нее тяжелое положение, надо ухаживать за больной, а она сама не может ходить, повернуться, ноги очень болят. А Ольга в таком состоянии, что ей помочь никак нельзя. Когда я бываю, я говорю, ну, надо молиться, надо... Простую, Господи, прости, Господи, помилуй. Ну, пока она еще не слышит. Ну, помолитесь, чтобы Господь отверз сердечко. И Валентина тоже, вот я писала в группе, она мне несколько раз звонила. Напиши. Нарышника. Я написала, да, что она все время просит о своих близких, с кем она живет, об их обращении, о ее сестре и о племяннике. Вот, она им пытается там проповедовать, свидетельствовать. Вот стихийная Тихоновича предложила, ну почитайте хоть немножко. Но они, говорит, даже не открыли. А Валентине очень понравились ваши стихи, очень. Она говорит, я просто... Нарышнику и Валентине ваши стихи понравились. Она второй том, по-моему, уже взяла, да, читать. И сказала, что совершенно с другой стороны открыла для себя Игнатия Тихоновича. Даже не ожидала, знает его лет 50 уже. Поздравляем. Открыла нашу страницу новую. Ну, новую она знала его. Открыла вас. С другой стороны. Юлия. Еще просьба о болящих молиться. Антоний Ермолин в этом году крещение потеряет, понимал, по-моему, в этом. В прошлом. Или в прошлом. У него рак желудка. Да. Курсы химиотерапии получает. Как бы всегда я его пишу и помните тоже Антоний. Из интернет-сообщества крестился, а потом у него рак обнаружили. Добрый. Так, благодарю за молитвы. Занятия с детьми продолжаются, прибавляются детей. У нас был тут Евгений Изотов, помните, вот, он переехал в Воронеж. Ну, так не очень там закончилось все. И там вот он, сколько, 2 года прошло, и он узнал, что занятия с детьми, посмотрел, говорит, понравилось мне. И он попросил своего сына принять. И вчера вот Елисей, сынок его, пошел в школу, он... Был на занятиях. Хороший мальчонка, я говорю, они там, всех прошу, чтобы открыли видео, чтобы видеть-то их, как они себя реагируют-то на все. И говорю, как, если я тебя спрошу, ты отвечай. Если нечего ответить, ты головой помотай, что нечего ответить, и тогда все понятно. Ну и вот, и там задавал им вопросы, отвечали. Ну, самый активный, как Петр апостол, это Миша Юров, да. Такой. Кстати, его мама Ксения, она такая самая как бы активная родительница, так, участница была того, чтобы занятия эти начались. Потому что как они начались, не знаю. Ну, попросили вот родители. Я сначала думал, может быть, кто-то это неправда. Ну, встретился 2 раза. Нет, действительно хотят, чтобы я занимался. Что-то увидели во мне. Я говорю, ну я не буду там это с ними сусюкаться. Вчера там это Гетих такой есть, Андрей, он себя ведет, ну так, один единственный, кто малодисциплинированный. И мы вчера колядки, я с ними разучивал, и чтобы они там хотя бы по одной строчке сказали. И все повторяют, а этот уперся и все, и что-то там мне мордочки корчит. Я говорю, ты что там, какую-то лягушонка мне там изображаешь? Ты ну-ка скажи картон. Что тебя просит дяденька? Ну, там, видать, мама его уже там что-то, или бабушка, кто там сказал. Я говорю, ты так себя не веди. Мы тут серьезным делом занимаемся. Вы должны своих родных, близких и других всех, и в школе, и учителей. Придете и колядку споете им. Прям отдельно отведите. Или прям в классе. Помоги, Господи, брат, тебе. Да. Слава Христу. Где брат Иван? На сутках? 14 лет. 15 там. Там сейчас новогодние праздники, и персонала почти нет. Так ну, понятно. Да, но там и больных-то обычно выписывают на выход, на праздники. Там больных-то меньше значительно сейчас. Да, но брат Виталий у нас еще в больнице находится, так что помните о нем. Я не знаю, может быть, батюшка
смог бы навестить его сегодня, он же вечером едет сегодня. Кто-то, может быть, подвез бы его. Вечером, да. Сейчас я спрошу его. А, Виталий? Да, да, Устинов. Устинов. Вы со мной-то, я пропуск. Что, его нужно увезти на поезд, что ли? Значит, вы как на поезд-то едете? Ну, как бы последняя информация затянувшаяся пневмонии. Да. Воспаление легких, да, лечит. А? Да нет, нет. Спрашивает брат, вас довезти до поезда? Кто? Брат Игорь. Нет, нет, не надо. Не надо. Нет, а Виталий. Довести до поезда? Он в больнице. Что-то я ничего не понял. Вы так суетились. Виктор Андреевич хочет, чтобы батюшка посетил Виталия в больнице. Ясно. Так, еще у кого есть слово? У меня два вопроса ко всем. Ну, отвечать, может быть, ведущий будет. Люди посещают разные храмы. Рядом тут Никольский, Покровский, Дмитрия Ростовского, на горе Яна Притечи. Посещение, вот сегодня моление, там и здесь. Чем они отличаются? Я посетителей говорю. Ничем, она говорит, ничем. Кто сказал, что ничем? Пришел и ушел. И здесь пришел, никого нет. И чем они отличаются, эти люди? Ничем. Вообще, чем отличаемся мы от них и наше посещение храма? Чем? Что у нас есть собрание, есть собрание, занятия, собрание, песнопение, трапеза, порядок, дисциплина. Порядок, да. Что это вот такое? Надписи. Это слово Божие. Сколько? 70 тысяч храмов, и там нигде ни у кого нету. Нигде. Запомните, нигде, в одном числе. А мы такие же, и может быть еще грешнее. Второе. Собрание. Производное слово какое? Собраться. Собраться. Собраться, заметьте. А вот собраться вместе – это одно. А когда они собраны, они рассеяны. Правильно? Аминь. Второй вопрос на первый будет. Когда случилось идти на войну, и два царя советуются. А пророков, это лжепророков, было очень много. Они в партии состояли, эти попы тогда, и точно такая же история была. И все говорят, иди, на нашей стороне правда, этот город нам принадлежал, мы обязаны его вернуть. А у одного все-таки что-то на душе не ладно. Он говорит, а все здесь? Да один есть, я не люблю его. А почему не любишь? Он никогда не говорит обо мне хорошо. Угу. Он не сказал, никогда не говорит правду, это разные вещи. Он говорит, царь, не говори, так давай выслушаем его. Посыльный побежал, нашел его. Все до одного сказали идти на войну, победа за нашей стороне. Это временная операция, там мы захватим и наш город будет. СВО. Он говорит, я скажу то, что скажет Бог. У меня стихотворение о нем есть и написано. Как его звать, этого человека было? Михей. А? Михей. Что скажет Бог, то изреку и я. Излюбленная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. А то у меня первого куплета не было. Вот у нас такая же. Так, главный вопрос... В первую очередь, кто руководитель здесь? Батюшка. Он не ушел. При нем я говорю. Ни разу, нигде, ни одного не задержал. Они выходят, как будто пробкой выбрасывают. Я стою в коридоре. Ну, зайди хоть раз. Даже не разговаривает. Причастилась, она рванула и пошла. Она, он, разницы никакой нет. Ни разу здесь их нету. Они не знают никакие нужды, о чем молиться. И они с легкостью уходят. Позвонили, а батюшка будет или не будет? То есть, они будут в храме или не будут? То есть, у нас... Слагается по их мнению брать, отношения как здесь. Я отстоял службу, до свидания. А вот я знал другое. Мы вели занятия в ЭКТУ, а в это время мне пришлось лежать на операции. Нелегкой операции. И люди стали звонить. Пытался проводить брат Игорь Третьяков. Одно только провел, и сразу вопрос, а следующий я буду или нет? Благодаря Виктору Андреевичу, он там... Закрывается раздевалка-то, он мою одежду брал, меня одевал, сюда привозили, я проводил занятия, мы ни одного посетителя не потеряли. Я приезжал, он опять мою одежду сдал, ну там, знаете. Значит, есть люди, которые понимают, что без слова живого
Ты такой же, как есть. Вот стоят люди. Ни много, ни мало. Стоит 300 человек. 300 человек опросили, на какой стадии идет богослужение, что означает, ни один не знает. От крещения выходили здесь, мы стали спрашивать, какая причина, что приходили. Ни один не ответил. Ну, я говорю, ты вот почему идешь? Подруга, а вам еще мало? Попу я сунул уже столько денег, ему мало еще? Ну, ты скажи, какая причина? У ней проверка. Она заведует там сколько ресторанов. И грозит ей АБХС. Она и пришла, может быть, что-то полегшает. Приходят, наши ходили тогда. Сын запился. Что? Не надо ничего, никакого Христа. Главное, батюшки, причастие в руках. Понимаете, все свернули на причастие, от которого святые за... иногда на 30 лет отучали. На 30 лет. Это когда власть менялась, а они подсматривали и выдавали тех, кто спрятался. А потом раскаивались. А сегодня наоборот. Каждый день причащаться. Неплохо бы 2 или 3 раза даже. То есть настолько это унизили, это даже хлеб и то так не едят. С каким трепетом, как надо подготовиться, ничего не знают люди. Кто это знает? Пастыри. И когда мы Михея спросили, говорит, идти или не идти, один вопрос, заметьте. Я представляю, как он перед ним развивается такая панорама. Подождем. Не вовремя так отвлекают нашего аппарата ведущего. Он не сможет потом не сказать ничего. Алексей, зайди сюда. Это собрание Крестовоздвиженской общины. Понятно, ну. Она Крестовоздвиженская община называется. Их надо пояснять еще где-то. Виктор Андреевич, я без тебя не хочу говорить, потому что ты ведущий. И вот он когда пришел, а тот только дорога ему долдонит. Ну скажи, как все, такой праздничный день. Мы людей отправляем на фронт. Понимаете, какая победа будет. И он отвечает, посмотрел, вижу. Что он видит? Овцы, рассеянные по горам. И нет у них руководителя. Они сделали как? Главный царь. То есть не первосвященник, не патриарх, царь. А он сразу говорит, я же говорил обо мне, он как говорит. Как нет, я же здесь. Рассеялись, они нету. Священник, епископ, нету их. Притом никогда их нету. Вот здесь они отметились, когда собрание бывает, ну, сколько человек, там годовое собрание. Еще можно зайти раз, поднять руку и сразу... Вы хоть раз одного человека остановили, поговорили с ним, почему они так ведут себя безобразно. То есть они не в общине. Они пришли там, где молятся. И дальше это мне надо. Вот это что, надписи церковные, лежат книги, говорим, проповедуем. Со всего мира к нам обращаются за тем, что есть. За этими книгами. Сестра Елена, не видно ее. Она только за неделю отправила книги. Это вес весит почти 400 килограмм. Это там, почему на килограмм почтовое отделение так берет? 400 даже с лишним. Вот были у нас здесь летом... Стукалова. Слово стук, стучать как бы, фамилия. Геннадий и... Наталья. Наталья. Я говорю, вы делаете все-таки себе запас. Стратегический запас назвали теперь. И показывает, они сфотографируют с женою. Вот, допустим, вот это... К истинному православию там, это по 3 есть. У него вот так вот пачка стоит. Другое, они все закупили. А теперь... Теперь он дорог, все священники его перехватывают. Я могу, можно передать. А может то другое. Ты за... можешь? Спрашивает, ну денег нет, а десятина можно? Можно, но при условии взятой на десятину книги не имеешь права продавать и дарить кому попало. Только священникам подарить, потому что десятина принадлежала им, и мы купили. Ну просто так-то, это мое решение было такое. Вот сейчас я пытаюсь задержать кого-то, нет, только начинается, заметьте, по одному выскакивают. В дверях никто не стоит. Оглашенные, изведите, не надо кричать. Тут надо сегодня, оглашенные, останьтесь. То есть эти люди делаются оглашенными здесь. Собрание им не нужно. И вот этот порядок, что есть, в церковь привести. Кого они могут привести, когда сами потерянные? Овцы рассеялись по холмам. С батюшки спросятся в первую очередь. Если вы любите батюшку, позаботьтесь об этих овцах. Он один не успевает и так разрывается на 2 общины. Представьте, какая погода, гололед. Он там стоит где-то на ветру, потом приезжает, сейчас рассказывает. Даже, я не знаю, я бы не поехал. Мы ему звонили в прошлый раз, не езди. Никак его овцы здесь. Но он дальше должен посмотреть. Овечка пришла,
клок сена выхватил и сразу выскочила. Тебе такие овцы нужны, а они именно такие. Ну, просто конкретно. Вы знаете, кто причащался сегодня. Даже не заглянули. И не надо. В такой комплекции до ты в двери вылетишь. Ну ничего, если она в дверях, то уже мимо пройти нельзя. Все занимается, говорится, кормой. Овцы рассеянные. Царь что должен был сказать? Отменяется, как это называлось, война, военная операция. Мои овцы рассеяны. Я за каждого отвечать перед Богом буду. Куда я поеду кого-то убивать? У меня, казалось, здесь непорядок. Я беру древние события. Это за 600 лет примерно до Рождества Христова. Но первое послание Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих говорит, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Это были образы для нас, достигших последних веков. Восьмой век. Где Тараси? Дома. Дома. Сколько его же здесь нету? Долго. Мама знает, что не ходит? А мамы дома нету? В июне. Не, бесполезно, что я говорю. Я в Потеряевке, когда узнали, что здесь наши будут учиться, ребята, уже выросли, надо за Потеряевки учиться. Один человек только позвонил и сказал, а будут они на собрании здесь или нет? Ими, вы родители-то их там не видите, но они же здесь, как они будут? Иногда заходят, у них свое, ну, у нас невест хватает. Присмотрел, какой он будет каждый день с ней встречаться? Здесь я пытаюсь говорить, он даже не глядит на меня, шагнул и туда. Я спросил тогда, кто из нашей общины звонил? Батюшки, звонил старости, чтобы позаботиться о их детях, которые здесь в городе. Вначале, я говорю, подумайте, то есть его не касается, а он по телефону врагов наживает. Вы его знаете, этого человека, нет? Перед вами вот он сидит. Ему Бог положил это на сердце, занимается чужими детьми. И как занимается, у него все увеличивается, увеличивается. Почему он сердце прилагает к этому? Шестое это качество лидера. Подшлифовать или купить, и все будет на месте. Вы слышите меня? Избери кого-то из тех, которые вылетают отсюда. Больного посетить еще могут. Дальше не нужно. Вот это наша жизнь, разговор, пойти. А ведь у нас такие материалы, которые выставляем в интернете. Вот сейчас книги у нас готовятся, это может быть последняя. Для слова Божьего туз. И книга будет называться «Проповеди во свете Святой Библии». Думали, это войдет в 5 томов. Каждый том 1100 страниц. Теперь видно уже все, не войдет. И работают люди. Вот то, что я говорю, проповеди, их надо переложить в письменном виде, чтобы были. И помощников уже больше 30 нашлось. И люди звонят. Я тоже хочу как-то, чтобы мне... Ни один не звонит из вас. И я говорю, у кого... Компьютер есть, то другое, то ну могли бы как-то коснуться-то. Потому что это запишите. В конце книг этих будет написано имена тех, кто помогал. Все. Вот у вас что есть, помогайте, я же не трогаю тех, которые здесь. Итак, овцы рассеянные. Дальше. Продолжите, что нужно делать? Не просто я соскочил, никого нет. Давай скорее говорить этим скамейкам. Скамейка, ты еще теплая. Но то, что тебе грело, тут вымелось уже. Вы же слышали, как я всегда говорю, уже выхожу туда, говорю, заходите сюда, заходите. А мне говорят, что вы тянете, вы вот насильно делаете наоборот, вред нам. Им вред, они не ходят, да. Еще вред. Ну да. Человек лежит на рельсах, идет сигнал, приближается поезд, он из-за поворота у нас здесь. Ему остановка, это не 5 метров-то. Я схватил человека и тащу, он упирается, он почему в дрезину пьяный. Я его кое-как сотворил. Оттащил. И он тогда на меня нападает. Первый год я обратился, 1962. Я иду со своими людьми, а тут наши объекты, мы работаем-то. Лежит пьяный в кустах. Я говорю, я посмотрю. Ты их тут бывает. Ну, посмотри, я подошел. Наш рабочий. Он лежит, и уже снег выпадает, все, он в кустах лежит. Я его поднял тащить, он глаза поднял. Баптист. Он давай меня пинать. У меня синяки там были, не знаю, со всех... Да пошел ты, да матюгами кроется. Ну я его дотащил, я и оставил там дома. На завтра ему сказали, он пришел на работе. Там уже я не знаю как. Такое бы покаяние все дали. Это я так делал, я ничего не знаю. Это я хуже всякой собаки. Это вы меня спасли. Да я не думал о спасении, я вижу, что замерзаете. Рабочий с нашей бригадой был человек. Это в Латвии было. Это надо
почувствовать. Почему Михей чувствовал и больше ни один не чувствовал? Я скажу то, что скажет Бог. Вот я говорю то, что скажет Бог. По разным причинам убегают. Иван где? На сутках. На службе. А? На работе. На работе. Сегодня? На работе? Да, на сутках сегодня. А в чем работа заключается? На работе. Получается... Нет, брат он... А? Нет, брат. Ну, санитар. Это разрешается. Это разрешается. Разрешается, в субботу было три. У него альтернативная служба. Да? Ну, слава тебе, Господи, помоги все-таки. Ходил я тогда за него там. Вот. Значит, три специальности только, которые разрешали быть в субботу на работе. Охранник, врач и животновод. Все. Больше никто этого не может делать. Пожарные, полиция. Это охранники. Ничего этого нет. Да это охрана все. Охрана. Да. Охрана, а вот смотри, теперь. А если кто-то будет не так делать... Нам пример оставили евреи. Какой строгости они подверглись. Они же были вообще без закона. И вдруг закон. В субботу не работать. Но я не работаю. Ну, в субботу можно огонь разжигать? Нельзя. А как подогреть, сварить? Ты должен был в пятницу это сделать. Поэтому ману падает, собирали на два дня, чтобы в тот день не ходить. А которые лишку забрали, черви за ночь появились. А до этого червей не было. И как они распорядились? Один человек стал... Я пойду маленько собираю тут сучки. В пустыне находятся-то где-то. Кто-то заметил, а он собирает. Подожди, ты что делаешь? А что я делаю? Вчера, позавчера. Тогда можно было, сегодня нельзя, арестуйте его. Ну, он сидит, я представляю, человека, которого дети в холоде там. Там в пустыне тоже бывает холодно. Что они сделали? Мои эти дрова-то куда дели? Утром только собралось, гудит собрание. Вывели. Ты собирал? Это дрова твои? Твои. Решение суд. Смертная казнь. Он не успевает одуматься. И не тебе одному. Погибает вместе с ним жена, которую кормить хотел. Не уму. Все дети погибают. Вы будете убиты все сегодня до единого. Скотина какая есть. Убить, и растерзать и не прикасаться. Заметьте, и только один раз, когда отделились от церкви, отделились, они чем мы хуже других. Земля разверзлась. И живьем с шатрами ушли. Числа 16 глава. Дафана Вероны Корей. Это были образы для нас. Вот куда секты попадают все до одной. А у нас попадает по-другому. У каждого щепки. Я ничего не могу им сделать. Никак. Больных посещайте в этот день где-то. Побудь маленько, узнай, какие нужды. Ты не знаешь, не любишь. И ты не знаешь, как выйти из этого положения. Завтра этого не будет. Некоторые даже не охнут. Но вы знаете, что написано у Амоса? Будет голод. Не голод хлеба, но голод слышания Слова Божия. У меня в каждой книге 3000 ссылок на Библию. Таких книг вообще никогда не было нигде. И как? Они порождают таких людей, как Геннадий Паст. И тут только одно толкование у него, не его толкование, он его расширяет где-то. 4444 ссылки на Библию. Откровение, которое берет. Почему? Он рожденный свыше. Эти люди не родились. А раз не родились, то его воскресать некому. А не воскрес... Ничего и не было. Но на суду они будут. Здесь нужно подойти со всей серьезностью. Сейчас вот ты сидишь, слушаешь. А кто такой? А если его телефон? А он был здесь. А его не было. Ни одного вопроса нету. И да и никто не заботится об этом. Бог тебе что повелевает? Овца одна потерянная. Она дороже, чем 99, которые не потерянные. Которые там были. И радость от таких людей бывает не здесь дома, а на небесах. На небесах радость только по одному, если душа кается. Это причина одна, создать радость на небе. Покажи, сколько пришло за эти годы. Через себя, конкретно, через проповеди. А раз проповеди нет, никуда не ходишь. У меня только один человек, близкий мне, сказал, вот сколько я крещу их, еще ни один через меня, говорит, не пришел. А как он придет, когда ты, магнитофоны эти не нужны, то-то не нужно. Как они придут-то? Но благодарение Богу, что человек принимает участие тем, что крестит. Тут по-другому говорится, не, никак. Но что не приходят, другой-то не крестит. И поэтому делить не, не. Раньше вы на войну шли, когда ехали-то со снарядами, со своими, с ядрами. И написано, что при обозе. И делили они тогда уже пополам. Те, которые воевали, которые обозники были одинаковые. Они хотели им давать, они не воевали. Они тут подумаешь, там поварами, да, ах, каким-то устроились. Это все нам Библия говорит. Некоторые из наших людей даже Библию еще не прочитали. Некоторые даже Новый Завет не прочитали. Даже трехтомник
Евангелие не прочитали. У меня все. Прости, Христос. А рыба, рыба. А сказали? Да. Да? Так, кому рыба-то нужна? Бесплатно. Хорошая рыба. Как она называется? Лещ. Лещ. Вот у него, что у него, вот в этом хребте самом, тоненьким, такие, как иголочки. Ты по полсантиметра отламывал, не тащи, отвыдернул, все. А которые на ребрах, они чистые все, ни одной там, ну, такие вот, загнутые. Я расскажу, как приготовить. Берете эту рыбу, соли, перца черного немного, обмазываете вот так прям, просто хлопаете эту рыбу. И заворачиваете в фольгу и в духовку, и все. Ничего не надо, не вскрывать ее, ничего. Красавица, не надо ни кишки, ничего не вытаскивайте. Взять, да. Вот и все, и через и там час, взять себе час 15 вы будете просто восхищены, да, вкусом. 220-250. Помолитесь о Дмитрии. Да. Так, кто берет это? Да, да. Берешь? И гриль ставьте, чтобы с двух сторон. Можно перевернуть еще. Вот такую рыбу, это не меньше, чем час ее. И все, ничего не надо, прям с чешуей, с кишками совсем, просто вот так. А потом только, когда будете вскрывать, аккуратно вскрывайте и сразу кишочки отдельно выложите. И попробуйте там, только уберете этот, желтое будет, желчь. А все остальное, даже кишочки. Две надо, да? Подсолите чуть-чуть, и можете соус. Благодарю, кого я сказал помочь? Не надо, как звать его? Если запекать в духовке, не более будет. Того скажу, что говорил, даже можно будет корочку есть вместе с чешуей. Чешуя станет как хребетик такой вкусный. Хрупкая. Вот три раза сказал, кого молиться, кто это ловил. И рядом сидит, сказал головой, может, он не слышит. А почему? Дармовщинка испортила человека. Человек неблагодарный, он на что угодно пойдет. Почему сегодня люди о церкви говорят, как о той организации, которая без денег ничего не делает? Они видят это люди. И поэтому священник заботится об одном только, чтобы ходили, причащались, а причастие в его руках. Вот мне сколько пишут, ну такой молодой священник, ну прям, не знаю, как 17 лет ему. Но он строго следит, чтобы свечки брали, уже в дверях выходит. Не берите там где-то на улице, только у нас берите. В этом все заключается. Сколько имен? На каждое имя теперь? Нет, это личное. Деньги. Там подлечки на выделах. Вот как? Там, скорее всего, икра еще. Не то, что там он обрадовался, я не ловил, руки не мёд, зима. Не надо, накормить кто-то. Не то, что помощнику мужчинку надо. Никак. Куда? Не куда они денутся? Беда. Ну, я вещи не люблю. А что ты раньше не сказала? Католики, например, готовят вот, в Польше. Рыбу готовят именно на Рождество. Карп запеченный, у них обязательное блюдо. Запеченная рыба, именно не утка, а там, как в Америке. Ира, ты берешь рыбу, нет? Нет. Рыбу там, на выходе. Она не нужна. Рыба, так вы в морозилку бросьте. Во что ты заворачиваешь? Фольгу. Фольгу. Можно пергаментную бумагу? Ну давайте я в пятницу. У Христа кто были апостолы? Где он нашел? Рыбаки почти много. Так, чудеса какие он делал, Господь? И большие рыбы, и сейчас со счетом дается, сколько было. Дмитрий Смирнов, помолились бы за брата. В Солонежном живет, у него дома нету замков. Сейчас показалось, мама мясо. Схватили сливки. Ему за 40 лет. У отца Павла он рыбачит. Отец Павел ему там домик предоставил. Помолитесь за отца Павла, он женился. Павел и Дмитрий. Он женился и теперь не священствует. Павел женился. Это гусь будет. Женщина, хозяйство. Когда? Да? Я у него на свадьбе не был. Спросите, позвоните, не знаю когда. Я вот то, что сказал. Занятия посчитал, тут человек 5-6 остается. Ну я-то не знаю. Не, ну вы, понятно, мы сейчас прям проведем, даже не будет трапезы. Лены нету, поэтому пугать некому нас. Все. Достойно есть всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истребления Бога Слово родчую,
сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распрей, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да заставит нас не признавать никаких иных богов вопия, Алва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Милостивый Господи, прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир, сохраняющий его, как зиждитель. Ты Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, которых нет здесь, но которые слышали о Тебе. Коснись их сердец. Дай им твердо усвоить то, что примирение с Тобой, Отец Небесный, возможно только при жизни на этой земле. За гробом нет покаяния, приемлемого Тобою. Тебе, Боже, хвала. Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Говори, Господи Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. Мне спрашивают, я увидел, она стоит, она самая молодая, наверное. Я сказал, с левой стороны, справа мужской пол, самый молодой. Почему? Надежда. То есть особо здесь человек, мы рядом молимся, человеку это памятно будет. Я самый молодой? Да. Можно вот эти плавнички можно обрезать, чтобы они не проснулись. Прям я ножницами обрезаю. Похвалили вас. Там у нас карась. Вам поклон от отца Игоря Чудникова. Ничего не надо, просто промываете ее. И вот она пока...